Сделать сказку былью – такую цель ставят перед собой участники Всероссийского урбанистического хакатона «Города». 3 дня молодые архитекторы и дизайнеры из разных регионов разрабатывали проекты благоустройства Курского экопарка. Его огромная территория давно ждет обновления. Вы знаете, у нас настолько такая, у нас территория 6 гектаров, то есть у нас она, конечно, не вся освоена, у нас и спуск к реке, как вы видели, и все. Мы не можем, как говорится, сами это все сделать, мы просим помощи, и, чтобы это было и производственная, ой, это учебная, то есть зона, и тоже для города, чтобы был какой-то интерес, чтобы приходили люди и смотрели, и любовались, чтобы мы хотим все это показать. Показать действительно есть что. У экопарка свой плодовый сад, лаборатории растениеводства, зооуголок и, конечно, усадьба Вакулина дача. От ее образа и отталкивались победители конкурса в создании стиля проекта. Можно разместить выставку экопарка, во-вторых, можно устраивать выставку уличную, мобильную, которая может меняться ежедневно. Кроме красочного входа, команда с символичным названием «Быль» предложила реконструировать саму Валуеву дачу. Сделать удобный спуск к реке с мостом на соседний берег, проложить дорожки и построить творческие детские площадки. А еще есть сказка, да, образ, который создает дача, те впечатления, которые можно от нее получить. И вот мы хотим, чтобы они стали «Былью». И все для Курска, весь проект, который мы придумали, и все крутые решения, которые предложили и наши коллеги, тоже стали былью для Курска, для курян, для истории и жизни города. Авторы проекта победителя надеются развить зеленый каркас города и сделать экопарк жемчужиной Курска. Реализоваться их идеи планируют до 2026 года. Диана Пахомова, Владислав Соболев, «События дня».